Привет, друзья! С вами канал «Делай сам». Сегодня мы сделаем автоматическую лазерную каску для кошек, ну и, как показывает практика, для собак тоже. Нам понадобится Arduino. Мы будем использовать китайскую копию Arduino Uno. Берем два сервопривода. Один серво будет поворачиваться по горизонтали, а второй по вертикали. Также нужен лазерный модуль, который мы купили у китайцев. Все это соберем на брэдборде. Первым делом приклеиваем первый серво на брэдборд двухсторонним скотчем, а второй серво приклеиваем на первый. Далее соберем электронную часть, как на схеме. Вся схема очень простая и собирается проводами папа-папа. У нас получился такой комок проводов. Питать это дело мы решили 5-вольтовой мобильной зарядкой мощностью 500 мА, что не очень подходит, дальше увидим почему. Также понадобится старый USB, с одной стороны оставляем провода плюс и минус. Пишем скетч-программу, как на видео, или качаем по ссылке под видео и загружаем в Arduino. Отлично все работает, но давайте сделаем еще регулировку скорости поворота сервомоторчика. Добавляем переменный резистор, как на схеме. Центральная нога подключается к пину А1, крайний к плюсу и минусу питания. Дописываем программу и скидываем на Arduino. Теперь мы можем регулировать скорость поворота серво, но когда скорость поворота серво велика, они подтупливают и как бы зависают. Причиной проблемы оказалась слабая зарядка. Так что берем 2-амперную и все четко работает, даже на больших скоростях. Ну что ж, а теперь давайте протестируем наше устройство на любимом питомце. Наша собака просто в восторге от этой игрушки. Готова часами бегать за точкой, пока язык на уши не завернется. Также можете скачать скетч с сайта Амперки, у них программа более проработана, там еще регулируется плавность поворота серво. Видео работы программы вы сейчас можете видеть на экране. Всем спасибо за просмотр, с вас лайк, если было интересно. Пишите в комментариях, какие бы еще вы хотели видеть подделки на нашем канале.